Почему для вас важно быть сейчас здесь? Ну, наверное, потому что это касается каждого. И это грустно. Мы не можем быть не здесь. Не страшно, я не знаю, быть задержанным? Наверняка вы в курсе, как много людей оказались в автозаках. Не очень страшно, потому что я ведь ничего плохого не сделала. Я никого не убила, я ничего не украла, никому насилие не применила. Поэтому мне кажется, что за то, что я стою с белой ленточкой, меня не должны задерживать. Если задержат, значит, не моя вина. Важно поддерживать политзаключенных, важно поддерживать людей, которых сажают по сфабрикованным делам вообще ни за что. Я считаю, что такие акции, которые выражают женскую солидарность с женщинами, это вообще одни из самых действенных акций. Они влияют на общество очень сильно, и важно, чтобы общество видело, что позиция – это не насилие и не агрессия, а это любовь и мягкая сила. Для меня очень важно выразить поддержку конкретно женщинам, которые подвергаются гонениям, и показать, что они не одни, что мы с ними, что мы видим все, что происходит, даже если это какие-то не медийные женщины, о которых, может быть, никто и не пишет в СМИ. Я хочу, чтобы всех несправедливо заключенных женщин, политзаключенных освободили, чтобы у нас была свобода слова, чтобы можно было говорить и рисовать вагины, как и Юлия Цветкова. Почему? Я не понимаю. Это просто самое глупое, что могло быть. Это сажать за рисунки. Я поддерживаю всех политзаключенных и выражаю в целом свою любовь к женщинам. Хочется, чтобы было меньше несправедливости за честный суд. Я хочу выразить всю свою поддержку тем, кто пострадал от насилия на митингах, тем, кто пострадал от полицейского насилия и тем, кто был несправедливо осужден. Это же полное зверство. И то, что их награждали пару дней назад на Дворцовой площади в центре города, я считаю, что это просто плевок в лицо всем заключенным и всем россиянам, которые участвовали в этих митингах, потому что это кошмар. Награждать за то, что людей били, избивали и держат в таких античеловечных условиях, когда камера там на 10 человек, там все 30 человек, ну это кошмар. За что их награждать?